Лучшие гонщики занимают подиумы. Лучшие автопроизводители – верхние строчки в рейтингах продаж. А как выявить, какой телеканал является лучшим? Конечно же, с помощью зрителей и экспертов отрасли. В Москве состоялась ежегодная премия в области цифрового телевидения «Большая цифра». В этом году награды вручались уже в 11-й раз. Да, есть новшества. Мы добавили новые номинации, и все это связано с развитием ОТТ-рынка и телесмотрения на разных платформах. Всего номинаций свыше 20. В одной из них одержала победу редакция телеканала «Автоплюс», став лучшим развлекательным телеканалом, по мнению зрителей. Дорогие друзья, в моих руках награда. Эта награда не моя, не награда телеканала. Это ваша награда, ведь именно вы голосовали за нас. Огромное, преогромное вам за это спасибо. Мы это очень ценим, нас это стимулирует. И я вам обещаю, то, что 2020 год будет очень интересным. Ну, мы, по крайней мере, постараемся это сделать. Так что, друзья, следите за эфиром, оставайтесь с нами. «Автоплюс» обошел пятерых соперников. За нас отдали голоса 1327 человек, то есть почти треть от всех респондентов. К слову, это уже седьмая награда от «Большой цифры» в коллекции телеканала. Дорогие телезрители, в который год подряд мы получаем от вас вот эту прекрасную статуэтку. Это награда в премии «Большая цифра», где телеканал «Автоплюс» уже который год становится победителем. Спасибо вам огромное за это. И от себя лично, как от директора по маркетингу телеканала, хочу сказать, в этом году, в 2020-м, вас ждет еще больше мероприятий. Подписывайтесь на наши соцсети, участвуйте в розыгрыше, получайте призы. Будьте с нами всегда!